мой, мы годами оттачивают боевое искусство в легендарном небесном монастыре, где они закаляют свои разумы и тело. Величайшая честь любого монаха следовать велению тысячи и одного Бога, даже если это означает верную смерть. Теперь я носил тьмы и свирепствую по всему миру, и городские патриархи приняли решение отправить одного из лучших служителей ордена, чтобы тот уничтожил зло и восстановил гармонию в истерзанных землях. Истины, я остановлюсь в воде.